Привет, боец! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видеоурока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Так, начинаем наш первый комплекс на прокачку энергии. Все упражнения, как я уже говорил, я буду делать по 10 раз. Ты смотри по самочувствию. Нужно делать 5, 10, 15, 20, максимум 30 раз. То есть от 5 до 30. Лучше делать от 10 до 30, но с перерывами, если тяжело. Больше на этом акцентироваться не буду. Буду показывать дальше просто упражнения. Итак, первое упражнение на прокачку энергетики. Исходное положение. Голова опущена, тело расслаблено, руки опущены. На вдох мы разворачиваем руки, грудь вперед, делаем глубокий вдох и поднимаем руки ладошками вверх. Пальцы расставлены, делаем как будто поднимаем что-то, да, загребаем воздух вверх. На вдох поднимаем голову вверх. На выдох разворачиваем руки ладошками вниз. Делаем глубокий выдох. Опускаем руки и голову опускаем, подбородок прижимая к груди. Возвращаемся в исходное положение и опять. Когда мы делаем это упражнение, руки напряжены. Грудь полностью набирает воздух, то есть это также хорошо разминает все тело. Это не просто расслабление, да, это именно у нас йога для бойца. Да. Мы работаем на статику и при этом прокачиваем всю энергию. Делаем 10 раз. Дышать медленно, чтобы растягивать дыхание на всю фазу движения рук. Выдох то же самое, медленный. На ножках немножко можно согнуть в коленях, чтобы чувствовать опору, да, и не держать напряжение в ногах. Немножко ножки согнуты в коленях. Если у тебя что-то хрустит, трещит, да, вытягивается, то ничего страшного, ты прорабатываешь, разминаешь так все тело. В дальнейшем в упражнениях это тоже может встречаться, поэтому спокойно к этому относись. Могут болеть мышцы, например, трапеции, вот у меня там, да, были немножко проработанные гантельками, и так побаливают, когда делаешь упражнение. Это все хорошо, мы все работаем на статику. И немножко пару выдохов для того, чтобы восстановиться. Вдох, выдох. После каждого упражнения нужно делать глубокий вдох, глубокий выдох. 3-5 раз, не больше.